Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сейчас у нас будет распаковка очередного заказа из компании Siberian Wellness. Я вчера провела активность в своем клиентском чате, и в результате сделали вполне такой приличный заказ, я его сразу отправила, и его привезли буквально в течение полутора часов. Я только успела накрасить один глаз, высушила волосы, накрасилась, и мне приходит смс, что курьер уже ждет меня около ворот. Слушайте, ну это круто. Но это бывает только в том случае, если в вашем городе есть ЦОК, то есть это центр обслуживания клиентов, и вся продукция, которая вам нужна, есть в этом ЦОКе. Тогда отправляете заказ на ЦОК, и экспресс-доставка прилетает моментально. Если же каких-то продуктов нет на складе, то я отправляю через сервис ДЭК, и тогда жду примерно 4-5 дней заказ. Ну, в этот раз повезло. Давайте посмотрим, что я заказала. Маленькая накладная для того, чтобы озвучить цены. Я понимаю, что продукт новый как для меня, так и для вас. Поэтому будем ориентироваться потихонечку, что здесь такое. Самый популярный продукт. Вы знаете, в каждой компании есть легенды. Вот какие-то продукты, которые знают все. Их повторно постоянно заказывают. Их всем рекомендуют. И их можно использовать... То есть большой очень функционал. И это корень. Корень есть в двух вариантах. Вот зеленый есть, а есть еще в коричневом флаконе. Он идет с камфорой. То есть состав одинаковый, только в том флаконе есть камфора. И поэтому, ну, мне, например, все равно. Я беру, какой есть на складе. Здесь 16 дикорастущих растений из сердца Сибири. Что можно делать с этим корнем? Ну, во-первых, если чувствуете, что заболеваете, только невысокая температура, то это натирание и детей, и взрослых. Натираем грудь, спину, ноги, ступни, ладони, знаете, вот прям растираемся, растираемся этим корнем. Аромат стоит, я вам передать не могу, вот прям как будто в тайге. Просто такой воздух, я даже его специально иногда... делаю что-нибудь, возьму на труп, потому что мне нравится, как это пахнет. Дочка тоже пользуется постоянно. Самое главное, кошку не бесит этот аромат. Она не убегает, когда намажешься, берешь ее в руки, кошка не убегает. Что еще про него могу сказать? Я этим корнем вылечила себе зуб. То есть, когда пошел процесс воспалительный под коронкой, я знаю, что у меня там есть киста, я просто на ваточку приложила два раза, боль полностью ушла и больше не возвращается. Если болезни в суставах, да, в спине, где-то дискомфорт, натирайтесь, мышцы, натирайтесь. То есть у кого работа такая, что вы много стоите, например, вы там в магазине, продавец, ведь это круглые сутки, ну не круглые сутки, да, целый день на ногах. Вечером пришли, ножки помыли, да, сполоснулись, натрите мышцы, прям икры, да, везде, где вот гудит, ноет, колени, ступни. Это просто супер, просто классный продукт. И с ним даже можно делать, скручивать рундочки ватные, смачивать, вставлять по очереди в носик, то в одну, то в другую, чтобы вылечить, если пошел воспалительный процесс. В общем-то, рекомендаций огромное количество. Главное, если вам это интересно, пишите, я вам скину ссылку, посмотрите на этот продукт, как говорится, со всех сторон и почитайте отзывы. Далее, самый популярный продукт сейчас среди, я не знаю, мужчин и женщин, это розовый куб. Вот такой огромный куб. Интересно, можно ли его открыть? Нет, он запечатанный, но это под заказ, поэтому открывать я не буду. Что в этом кубе? Здесь лежат 30 штук отдельно упакованных витаминов для волос и ногтей. То есть это целевой продукт, который именно направлен на волосы и ногти. Отзывы настолько крутые, что, ну, просто я не знаю, мне кажется, это хит. Хит, во-первых, как это выглядит классно, во-вторых, какой эффект. Пьете месяц, что происходит? Многие отмечают, что через 2 недели полностью перестают выпадать волосы, то есть если они сыпались, у многих после ковида пошел такой процесс неприятный, выпадение волос и у мужчин, и у женщин. Останавливается полностью процесс выпадения уже через 2 недели. Через месяц люди видят, что уже полезли новые волосы. Я видела ролики, это, ну, просто действительно даже смешно, когда девушка собрала волосы в пучок, а у нее вот тут вот просто вот так торчат молодые, новые, свежие волосы. Их очень много. Да, тут вот везде ежики.
Поэтому продукт по отзывам очень крутой, и про ногти тоже пишут, что ногти восстанавливаются, становятся более крепкие, плотные, перестают слоиться, ломаться и крошиться. Поэтому смотрите, что интересно. Стоило мне только в чате рассказать про розовый куб, как тут же прилетели на него заказы. При том, что по цене, кстати, я забыла сказать, цена корня 440 рублей, целых 250 миллилитров таежного, да, здоровья, да, оздоровления. А вот такой большой куб, 3D куб, 30 пакетиков на месяц, 1050 рублей всего. Представляете? Это, мне кажется, это очень классная цена, и я рекомендую тоже попробовать, если есть такая проблема. Далее, LB Fit, стоимость его 800 рублей, но по акции он сейчас идет 640, у меня заказала тоже знакомая, потому что LB Fit рекомендуется пропивать обязательно после курса лечения. Если вы пролечивались особенно антибиотиками, то врачи назначают либо линекс, или еще какие-то продукты. У нас есть LB Fit, и просчитывали, во-первых, по составу он в разы превосходит линекс по своему составу, а во-вторых, по цене, сколько нужно пропить линекса и сколько нужно пропить LB Fit, получается, что по цене в два раза дешевле выходит приобрести LB Fit. А сейчас, наверное, еще выгоднее, потому что большая скидка и акция на него. Следующий продукт — это кишечный фитосорбент. Вы знаете, я сейчас просто уже понимаю на таком уже, да, так смотрю на профессиональном уровне, насколько это важно делать чистки. И прежде чем напитывать себя классными дорогими витаминами, я решила почистить полностью, да, свой организм. Сейчас я прохожу чистку истоки чистоты, у меня идет, потом будет антипаразитарная программа, то есть это межклеточное, внутриклеточное очищение, очищение лимфы, представляете? То есть тут прям ух, я себя чувствую уже круто. Я пропила всего, может быть, дней 10, потом мне пришлось сделать небольшой перерыв, и я сегодня опять начала пить. И то я заметила, у меня порция стала маленькая. Вы знаете, я накладываю еду, я съедаю половину, как обычно. И Миша говорит: ты что сидишь? Я говорю: я не хочу. Он: как? Я говорю: правда, я сыта. Я просто чувствую легкость и сытость. Вот. И, конечно, кишечный фитосорбент, он помогает наладить внутреннюю флору кишечника. Да, здесь есть легкая антипаразитарная программа. У него состав такой просто богатейший. Трава золото-тысячелистника, пижма, смола индийской акации, трава чабреца, пектиновый концентрат, и, в общем-то, так все меленько-меленько, артишок, сено, подорожник, топинамбур, ну, в общем-то, вы понимаете, да, то есть здесь будет состав горьковатый, я уже читала отзывы, что будет горчить, но есть люди, которые не хотят пить полную программу очищения, да, хотят просто почистить каждый день, да, вот это можно пить каждый день, и будет вам счастье выпить сразу после того, как растворили в воде, то есть одну чайную ложечку на 150-200 миллилитров и выпить. Вот такая классная штука. Далее у меня здесь магний органический. Кстати, я пью сейчас как раз тоже магний. Я пью его, это я маме заказала, пью его, уже практически закончила. Здесь 60 всего капсул, а в день нужно пить 3. Я пью 2 сейчас, потому что у меня утром истоки чистоты и вечером истоки чистоты, а вместе с ними нежелательно что-то пить, то есть нужно, я могу только в обед, поэтому я в обед выпиваю 2 штуки. Что я отметила? Какое у меня классное состояние, я стала спокойная, уравновешенная, стала хорошо спать и стала мало спать. То есть я сегодня проснулась примерно 7:30, вчера я легла где-то 1:30. Я спала, не просыпаясь. Я проснулась и понимаю, что я выспалась. Вот это вот состояние легкости, я думаю, что это истоки чистоты, и магний играет свою роль. Поэтому магний можно давать детям. Если дети, например, очень встревоженные, гиперактивные, то есть они не могут заснуть, они во сне беспокойно спят, и можно тоже давать магний. Только посмотрите, сколько им нужно дозировку. Сколько стоит магний? Давайте его найдем. 520 рублей.
баночка. А сорбент 289, где у нас? Вот он. Он сейчас тоже идет по акции. Я не помню, сколько он без скидки, но, может быть, рублей 350 стоит. А по акции 289. Далее, что я заказала? Вот такая классная банка «Золотая рыбка». Я заказала ее в подарок. Сейчас собираюсь в дорогу. Скоро поеду в Москву в гости. Заеду к брату. У него детки. И я хочу племянникам сделать подарок. Заказала омегу, вот такую, «Золотые рыбки». Я ни разу не пробовала, я с ними точно попробую, не буду распечатывать, конечно. Там внутри капсулки в виде рыбок, внутри омега, и дети ее разжевывают, и им вкусно. Я сколько смотрела роликов, дети первый раз пробуют и сразу с удовольствием жуют. И плюс здесь еще витамины А, Е и D3. Вот так вот. И заказала витамин, это певишка дрожже, тоже посмотрела, как дети их любят, жуют, с удовольствием хрумкают, что мне даже захотелось самой. Это для иммунитета. Здесь инулин, и говорят, что если у детей есть запоры, да, то есть они плохо справляются с этим, то им нужно давать топивишку, и у них будет нормализовываться кишечная флора. Представляете, пусть лопают, кстати, такая тяжелая штука, вот я потащу-то. Я хотела в Москве прям заказать, но я думаю, где я там буду получать, куда я побегу. Лучше я все-таки возьму дома, ну не так уж и много, две баночки, 150 грамм, 150 грамм детского счастья. И это тоже еще не все. Я оценила вот этот мармелад. Я, когда его первый раз попробовала, тоже записывала, кстати, видео. Я сначала съела мармелад облепиха и корица, а он такой вкусный, просто невероятный. И сразу после него, как он такой сладкий, насыщенный, вкусный. И тут же я беру с прополисом. Ну и представляете, да, мое впечатление такое, просто фу, какая гадость. Но сейчас, когда я его кушаю просто так вот, без сладостей, кстати, сладости вообще сейчас неохота, как ни странно. Что он делает? Здесь натуральный прополис защищает полость рта от развития вредных бактерий, снимает воспаление, ускоряет восстановление слизистой, заряжает энергией. И представляете, и помогает тягу к сладостям сократить. Вот такие мармеладки, сколько их тут, по-моему, в день можно... Не написано. Ну, много не съедите, а вот так после еды рассосать мармеладку, чтобы обеззаразить полость рта и сделать это как бы, да, так, без щетки, без пасты в любой момент. Это очень круто. Сколько он стоит? Сейчас по акции всего 129 рублей. Представляете, а так он, не помню, около 200 рублей, что-то такое. Вот, много здесь мармеладок, конечно. 90 грамм мармелады. И это еще не все. Я заказала по акциям вот такую коробку, 50% скидка. Думала, брать не брать. Посмотрела свои запасы от Oriflame. У меня сейчас уже, ну, где-то на полтора месяца остался дневной крем, потом у меня есть ночной тоже, и он скоро закончится, больше запасов нету. Я, конечно, хочу попробовать продукцию из Сибирского здоровья, потому что я теперь в этой компании, хочется именно рекомендовать не по словам других, а самой попробовать, самой получить результат. Я так люблю, я так привыкла. Поэтому я взяла интеллектуальный крем Эксперальта. Он дневной, я его даже могу открыть, потому что буду сама пользоваться. Хотя я, конечно, я больше смотрю в сторону Бионетика крем, он такой шикарный по составу, такой дорогой крем, но я очень хочу его именно использовать. Ну и такой тоже, думаю, нужно попробовать, тем более скидка 50% при определенной, по-моему, на 4500, если заказ, то на крем идет вот такая большая скидка. То есть вот такая баночка, матовое стекло, очень приятно в руке, серебристая крышка. Дизайн, конечно, здесь у продукции мне нравится, все так выдержано, все хорошо. Открывать не буду, но буду пробовать, когда я, естественно, буду делиться с вами своим отзывом. И это еще не все. Знаете, что мне нравится? Когда делаешь заказ из магазина, то они вкладывают какой-то дорогой подарок. И вот здесь тоже написано в конце: витамин Е в подарок. Представьте,
вот такой витамин Е. Его стоимость на сайте 1260 рублей. Я его получила в подарок просто так, за заказ. У него срок годности до до мая 23 года. То есть, может быть, потому что остается немного времени, да, так срок годности заканчивается. Но тем не менее, такой роскошный подарок вкладывают, очень приятно, как бы, особенно когда неожиданно. Мне и в прошлый заказ вложили, и в этот, так что будем витаминизироваться. Все, на этом коробочка пустая. Я вас благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы какие-то по продукции, вы можете их задавать прямо в комментариях под этим видео. Если же вы хотите оформить себе кэшбэк, здесь нет скидок, в этой компании есть только система кэшбэка. Для клиентов отдельная система и для бизнес-партнеров отдельная. В чем разница? Если вы оформляетесь как привилегированный клиент, то у вас кэшбэк возвращается уже на следующий день после того, как вы сделали заказ, 5, 10 или 15%, в зависимости от суммы заказа. Вы когда по ссылке перейдете, вы вверху нажмите привилегированный клиент, и там будет написано, от какой суммы какой возвращается кэшбэк. А у бизнес-партнера другие условия. Бизнес-партнер делает заказ минимум на 100 баллов, то есть это 4000 покупка, но возвращается кэшбэк 25%. Поэтому если вы хотите и понимаете, что для вас покупка на 4000 в месяц — это норма жизни, потому что здесь очень большой ассортимент по здоровью, по питанию, спортивное питание для детей, уходовое для волос, для тела, есть декоративная косметика, ароматы, огромный ассортимент ароматов, то вы, конечно, выбираете как бизнес-партнер. А если вы чувствуете, что вы будете делать периодические заказы, то лучше как привилегированный клиент. Кстати, у привилегированного клиента есть дополнительная классная возможность быть в клубе постоянства. Что это значит? Каждый месяц в течение полугода вы делаете заказы 50 баллов и выше, и на 7-й месяц вы выбираете любой подарок суммой до 5500 рублей. Представляете? То есть это может быть аромат, дорогой крем, дорогой набор, комплекс витаминов, такой, да, большой какой-нибудь бокс, ну, дорогой, этот недорогой, там есть просто дорогие боксы. Это тоже здорово. И также есть еще клуб 200, как для клиентов, так и для партнеров. А про клуб 200 я записывала видеоролик, вы можете посмотреть его как раз вот. Вы сейчас вот где-то увидите. Перейдите по ссылке и посмотрите, что это такое. Еще раз. Спасибо за внимание, всем желаю крепкого сибирского здоровья и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.